Возьми. Это для тебя. Это подарок, награда за твою добродетель. Я выбирал его специально для тебя. Я думал о тебе. Дай сюда свой хорошенький пальчик. Смотри, это великолепно. Как тебе? Оно очень красивое. Рад, что тебе понравилось. Что ты делаешь? Возвращаю его тебе. Но, любовь моя, это же подарок. Драгоценности? После того, что произошло. Как ты смеешь, Алехандро? Мария Эмилия, прости. Ты выбрал неподходящий способ извинения. Да, Росио, ты мне как сестра. Я знаю, ты меня любишь как родного брата. Иди сюда, малышка. В чем я провинился? Пусти меня. Нет, я тебя не пущу. Ты так разозлилась, когда я заговорил с тобой о Руденсио. Она его не переносит. Она и слышать о нем не желает. Лучше бы он попытался завоевать твое сердце. Мое? Он мной не интересуется. Ни он, ни другие. Ни один мужчина не смотрит на меня. Я прошу тебя, с чего ты взяла? Я же не дурочка. Кругом столько красивых женщин. Но и ты красивая. Ты заслуживаешь самого лучшего мужчину в мире. Не говори ерунды, кому я нужна? Я такая серенькая, страшненькая. И хромаю слегка. Ну а как же внутренний мир? Он что, ничего не значит? Да кто на него смотрит? Нет, она не элегантна. Слишком много позерства. Не хватает естественности. А это недостаточно высокое. Рубен, ну вот что ты придираешься? Ищешь идеальную женщину, ее не существует. Им нужно что-то такое. В общем, им нужно что-то. Придется звонить твоей девушке. Хоть она-то тебя устраивает? Или нет? Я проиграл. Гуччи, может, пора остановиться? Нет, мне повезет. Удваиваю ставку. Вот. Не может быть. Гуччо, это деньги за электричество. Отстань, я знаю, что делаю. Сейчас я выиграю. Это самый приятный способ заработать. Играю на все. Все или ничего. Видишь? Видишь? А это видишь? Пойдем уже. Похоже, я обречен постоянно ошибаться. Каким ты уродился? Почему бы нам не сблизиться немного? Я постараюсь больше не ошибаться. Можем обмениваться идеями, мыслями. Почему бы нам не пойти куда-нибудь? Опять? Нет, нет. Поужинать в ресторане, потом потанцевать немного. Прости, Алехандро, мне пора домой. Всего на пару часов. Обещаю, мы прекрасно проведем время. Будет весело. Соглашайся. А где Габи, Инес? Не хочу огорчать вас, Мария Эмилия, но Габи отдыхает. Ну, конечно, она же больна. Передайте ей привет. Конечно, и извините, но я должна идти. Нужно приготовить сок для Габи. Извините меня.
Видишь, у тебя нет уроков сегодня. Мы можем сходить куда-нибудь? Нет, я не могу, Алехандро. Я не могу проводить время, как ты. Мне нужно работать, кормить семью. Если бы у нас было немного денег... Я могу дать тебе только это. Но это же гроши. Я тебе тоже дал. Этого не хватает. Друзьям надо помогать. Я тебе спонсор, что ли? Хуанита, помоги Гучу. Он этого не заслуживает. Какого черта он поставил на кон деньги сестры? Пойдем. Почему женщины такие? Я знаю, что делать. Нет, 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 сеньорита. Мне нужен прямой номер Франциско Агиры. Как это у вас его нет? Ладно. Дайте мне телефонный справочник. Вот. И 2 соль за звонок. Ты еще не заплатила. Заплачу. Компании, компании. Так, компании. Где же? Компания Агира, компания Агира. Вот. Телефонный центр, продажа. Генеральный директор. Вот. Офис Франциско Агира. Мне понравилось, как ты поработал. Очень разумно. Мы подготовили бюджет, оплатили счета. И еще я отложил деньги на случай непредвиденных расходов. Хорошо, да. Ты неплохо разбираешься в бизнесе. Если бы ты не тратил время в погоне за красотками, из тебя вышел бы хороший бизнесмен. Нет, что ты. Это просто для забавы. Какой из меня бизнесмен? Кстати, у тебя есть кому подарить кольцо? Вот. Сейчас я тебе его покажу. У меня? Есть, конечно, твоей матери. Возьми. Что это? Холостой выстрел. Новая модель. Звонила только что. Она придет завтра. Сердишься, что я не дала тебе денег на платье? Я не могла, Моника. Нужно было заплатить за квартиру, за газ, за свет. Да, как всегда. Послушай, ну послушай. Давай договоримся так. Мне только что поручили перевод. Я займусь им немедленно. И как только мне заплатят, я дам тебе деньги на платье. Договорились? Правда? Я так рада. Мне необходимо это платье. Я должна быть одета с иголочки, когда пойду в компанию. Понимаешь? Как у тебя с учительницей? Плохо. Тактика не сработала. С тебя причитается. Ладно, пойдем в ресторан. Нет, минутку. Мы опять должны поспорить. Мария Эмилия будет моей, поверь. А почему нет? Мы же нравимся друг другу. Привет. Ты рано. Ужасно. Мне стыдно ходить в таком виде. Что скажут люди? Они подумают, что я нищая, и что мне даже надеть нечего. Бабушка, купи себе что-нибудь. Что-нибудь топорное и мешковатое? Нет уж, спасибо. Я лучше в старом похожу. Даже сейчас видно, что это настоящего качества. Ты выглядишь прекрасно в любом наряде. Иногда я мечтаю остаться дома. Но я не могу отказать себе в этих визитах. Это единственное удовольствие в жизни для меня. Эти вечера в обществе, когда меня окружают рафинированные люди, роскошь, слуги.
Как же прекрасно я жила когда-то.